начале апреля в Омске состоялся традиционный мемориал заслуженного тренера России Оганеса Крикорианца. В этом году он расширил свои рамки благодаря проведению параллельно с чемпионатом Сибирского федерального округа по фехтованию. На дорожках сошлись сильнейшие шпажисты Сибири. Награды двух статусных турниров оспаривали более 100 самых ловких фехтовальщиков из Омской, Новосибирской, Томской областей, а также Красноярского края. Большое соревнование – это всегда плюс как бы, к повышению, так скажем, репертуара, да, своего репертуара фехтовального. Потому что если ты все время фехтуешь с одними и теми же соперниками, ты их уже знаешь, они знают тебя. Соответственно, такое есть стагнация определенная в личностном росте спортсмена, в частности, фехтовальщика. Конечно, вот, чем больше будет вот эта вот боевая, так скажем, фехтовальная практика здесь происходить, тем выше будут результаты. Что касается успехов омских шпажистов, то они сумели очень достойно проявить себя. Мужчины стали первыми в командном зачете в рамках чемпионата. Также на счету наших ребят одно личное золото и одна бронзовая награда. Можно сказать о том, что шпага, наша омская шпага в Сибири одна из лучших. Ну, это доказали и личные выступления, и командные выступления, что везде там у нас призеры и первые места. Ну, наверное, это как раз тот расклад, который существует на сегодняшний день в мужской шпаге. У женщин лучшей командой турнира стала сборная Новосибирской области. Кандидат в мастера спорта Дарья Степанова также взяла золото чемпионата Сибири и в личном зачете. Очень много было боев с нашими же девочками, с которыми мы каждый день на тренировке фехтуем. И как бы, ну, друг друга, конечно, знаешь, но все равно вот есть какие-то такие опаски, иногда там страхи. Когда выхожу на дорожку, сам думаю, что все, спокойно. Самое главное – выходить без страха на дорожку, потому что, наверное, 50, даже больше процентов победы зависит от того, как ты настроен. То есть не боишься ли ты соперника, как ты его оцениваешь, как ты себя настраиваешь на бой. И когда выходишь на бой, ну, если ты знаешь соперника, то, конечно, понятно, что уже с ним делать, но все равно соперник легко может поменяться, перестроиться. Но какие-то основные приемы у него стабильно одни и те же в каждом бою. Амички тоже не остались без призов. Наши девушки завоевали командное серебро, а Дарья Романова поднялась на третью ступень пьедестала в индивидуальных встречах. Как отметила спортсменка, на этих соревнованиях главным для нее были не призы, а незабываемые эмоции, которые она получает на дорожке, и восстановление своих навыков после двухлетнего перерыва в тренировках. Это такой, знаете, экстрим. Многие говорят, что это шахматы, только быстрее, сильнее. Но на самом деле, когда ты что-то делаешь, ты планируешь это, планируешь бой, как ты его будешь проводить. И те моменты, когда ты планируешь, и когда у тебя это получается, это такой восторг, которого, ну, не знаю, не достичь нигде, нигде, на другом виде спорта. Этим цепляет очень сильно. То, что такой драйв на дорожке, проиграл укол, надо отыграть, отыграл, надо не упустить, это очень сильно интересно даже. Довольна тем, что наконец-то смогла выиграть свою, как бы, заклятую соперницу Марию Недашковскую. Мы как бы очень часто и сталкивались здесь, в Омске. Не хватило подготовленности и выносливости сейчас. В основном, можно сказать, довольна тем, что получилось. Эти соревнования стали для спортсменов контрольной репетицией и отбором на чемпионат России. Более же юные фехтовальщики, выступавшие в рамках мемориала, старались проявить все свои лучшие качества и навыки, чтобы показать себя достойными преемниками традиций, заложенных Оганесом Павловичем. Этот турнир посвящен памяти нашего великого омского знаменитого тренера Оганеса Крикорианца. Поэтому я сюда шел с хорошим настроем, старался показать свой лучший результат. Делал атаки мобильно, все очень быстро. Так как техника боя в фехтовании многогранная, я пытался все эти грани именно показать.